Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу напомнить, что завтра, 20 февраля, сегодня у нас 19, ну а завтра состоится старт проекта ПИНС в 12:00 по московскому времени. Маркетинг можно посмотреть на сайте, и также у меня на YouTube залит видео, ну и сама я рассказывала маркетинг. Вот здесь на домашней страничке обзор маркетинга проекта ПИНС. Можно посмотреть на сайте, вот здесь кликнуть. И можно также, друзья, залить себе на YouTube, вставить свою реферальную ссылочку под видео и приглашать партнеров. Нужно, друзья, пополнить кабинет. Я уже пополнилась. Здесь минимальный вход от 130 рублей. Вот здесь вкладочка «Пополнить». Эта вкладочка у нас «Вывод». Сюда прописываете 130 рублей. И платежная система Payeer. И кликаете «Пополнить». Я пополняла, делала все в режиме онлайн. У меня есть видео, но в настройках обязательно прописать Payeer кошелек. Вот у меня установлен Payeer кошелек, и если вы захотите сменить кошелек, обратиться нужно к администратору. Вот. Так что будьте внимательны, прописывайте Payeer кошелек и пополняйте баланс, так как завтра все будет в автоматическом режиме. После того, когда вы пополните кошелек, здесь вот площадка А130, А390 и площадка Б390 и С1170. Я зашла на две площадки. Кликайте, если заходите на А130 после пополнения, и нажимаете вкладочку «Активировать». И у вас должно быть написано «Ожидает активации». Активация будет, расстановка мест, по дате регистрации. Не забываем, друзья, что это предстарт. И мы в первых местах. Так что пополняем, нажимаем активацию. И активация будет автоматически уже пойдет. Должно написано у вас быть «Ожидает активации». И здесь написан «Старт 20.02.2021 года в 12:00 по московскому времени». И также площадка B390. Вот. Что он нам дает? Неограниченный заработок, автоматические клоны, гарантированный доход, неограниченная поддержка. Также нажимаем «Активировать». «Ожидает активации». Все, я пополнилась. И я преспокойненько жду старта. Также на главной страничке, друзья, опускаемся чуть ниже. Вот здесь общий чат. Кликаете сюда и попадаете в чат проекта. Ну, зависло у меня. И попадаем в чат. В чате присутствует админ. Есть вопросы, пишем вопросы. Ну, в принципе, тут и так все понятно. Как бы я, естественно, в чате есть. Вот. И как видим, здесь народа полно. Вот. Здесь присутствует админ, и можно напрямую связаться с админом. Также здесь инструкция, как начать зарабатывать, как активировать площадку, как пополнить баланс, как пригласить рефералов, как установить аватарку, как изменить личные данные. Это все, как бы, здесь все расписано. Все-все-все подробно. Приглашаю в проект. Проект будет суперский. Администратор надежный. Я есть в нескольких проектах от этого администратора. Все стабильно работает, стабильно платит. Ну, все супер. Ну и не забывай, можно взять видео, залить себе на YouTube, приглашать партнеров.
Ну, всем нам удачного, легкого старта завтра. Не забывайте еще в настройках прописать хоть какую социальную сеть, чтобы можно было с вами связаться и чтобы ваши партнеры могли также с вами связаться. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!